Друзья, всем привет! 2 дня я нахожусь в красивейшем городе Павлодар и хочу сделать небольшой обзор на заведения, в которых довелось побывать. Мы идем тестировать. Здесь есть такая знаменитая столовая в стиле СССР «Мир». Вот как она выглядит. Проходят завтраки с 8 до 10. Пирожки. Внутри 2 небольших зала в подобной стилистике. Мест немного, но столики все заняты. Это меню каждый день меняется из-за этого, да, на этом, да? А вот такой прикольный интерьер. Туалет такой, канделябры. Часы были у нас. А, и Мишка только большой был. Славянская, да, заказал? Нет. А вот это что за салат? Это самая простая советская закуска. Яйцо и майонез. А вот это... Грибы. Здесь получится курица, сухари, сухари, майонез. Поджарка, да, это? Спасибо. Поджарка, мясная с пюре. Котлета с пюре, все по классике. Пирожки с яблоком и с ливером. Я услышал, сейчас я нахожусь в Павлодаре. Начинка ливер. Это вот начинка яблоко груша. В качестве комплимента жевательная резинка. Держи. Находится вот на такой улочке, я не знаю, как она называется, старая. Супермаршрут. Прям вообще вот прикольно эти трамваи смотрятся. Приехали на ужин. Ужинать будем в заведении, нам посоветовали вот Мейрамхана Бехана. В Павлодаре я заметил, очень чисто, следят, подметают. Вот скверик. И здесь вот ресторан. Так вот его режим работы. Брендированные подставки. Туалеты обозначаются вот таким образом. Мужской, женский. Где мужской, где женский, баранина, антрекот, кебаб, баранина и говядина, микс. Очень вкусная, очень хорошо прожаренный шашлык, антрекот, люля кебаб. Вообще обалденно. Вот такая курилка с вытяжкой. Национальным орнаментом ночью украшены дома. Тоже интересно выглядит. Разноцветные цвета гамма. Красный, синий, зеленый такой, изумрудный цвет, вообще красивый. Это бывший проспект Кутузова. Еще вот позвали в одно место в гости. Сейчас зайдем, поздороваемся. Чили гриль хаус какой-то. А в каком отеле мы остановились, будет отдельное видео на канале. Не пропустите. Здесь прямо на улице в Павлодаре есть вот такой вот стритфуд. 24/7 можно взять шаурма, голень, острые крылья, сырные палочки, выпить чай. Ну, цены такие приемлемые. Здесь тоже дома, вот фасад разноцветно покрашен. Чем-то напоминает семей. Вот именно этот отрезок.
Великая кухня, Золотой дракон, но сейчас не знаем. Кто-то хвалит, кто-то нет. Решили поехать в другое место. Сейчас я покажу, куда приехали, чтобы пообедать. Мы хотим пообедать и потом выехать в сторону города Семей. В Инстаграм посмотрели, вот квазар. И вот здесь вот тандырный дворик. Китайская кухня Шанхай. Очень солнечно, тепло. Прям весна. Шанхай. Повар из Китая, говорят. Написано в Инстаграм. Здесь вот тандырный дворик еще какой-то. Спускаемся на нулевой. Все, китайская атмосфера. Район красных фонарей. Как вы думаете, который мужской, слева или справа? Тофу это, да? Да, тофу. Брокколи. Рис. Кунг-фу? Еще долгое время, короче, примерно, едьте вон, там, стрейнимся с вами, скучно. Спасибо большое. Это вот что у нас? Мясо с перцем. Баранина с луком. Вот. Дам, да, ничего рада, кем поварлам, да, всякие. Сковородка шкварчит. Вообще, на тарелке он тарчан. Ты себе чай уверя, да? Убираем, ага. Опа, смотрите, это вообще бомба, бомба. Дай-ка покажу, не дай-ка покажу. Не, спасибо. Или не минут, басара, молодой смех. Ты сразу забираешь. Кальмары, да? Кальмары, да. Как кальмары с перцем. Ну-ка. Кайфово еще. Кальмара важно хорошо приготовить, потому что если его передержат, он пересушивается, а этот мягкий, повар хороший у них. Вообще, огонь, кальмар. Повар вообще конкретно, мне кажется, в Китае точно так же аналогично готовит. Ну вообще же у них повар с Китая написано в Инстаграм. Да. Конкретно готовит. Креветки чищены, хвостик оставили, и самое главное, вот кишечник они удалили, черную полоску. Это говорит, что качественно готовит повар. Друзья, а какие еще заведения в Павлодаре вы можете посоветовать? Пишите в комментариях. Кафе Маговья. Там чуть дальше Павлодарская область начинается. Какой закат. На этом видео подходит к концу. А вы подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Всем пока!